пушим. Фулл баф отдали, отлипаем. Чек на АФК. Огурцы вам поставили. Тыкните еще. Шредер, кулаки раздаешь. Соответственно, ханты, старайтесь словить укус, соответственно, кусайте РТД, как и вчера, кто с нами не был. Кто тут не был, еще раз? Плюс чатик. Я не был. Побыл. Соленый, соответственно. Смотри, будет два скилла, это пакт. Будет кидаться пакт на трех людей, соответственно, между ними будет три розовых лучика. Вам надо будет сбегаться, если на тебя кинется пакт. Друг дружки. Далее, на боссе держишь ренжу друг от друга, соответственно, от людей рейндж 10. И будет еще один каст, это тени. Тени, у тебя чуть-чуть фиолетовый экран становится. Тебе надо разлить, сейчас 3D метки поставлю, примерно по такой траектории. Не обязательно, что... То есть от креста до луны. Примерно вот тут вот. Около по стеночке. И, соответственно, также на другой стороне. Можешь еще вот здесь вот ТП поставить, где я сейчас прыгаю с звездой. То есть ТП-шится сюда, к примеру. Ну, вот где-нибудь здесь. Да, и бегать вот тут вот, разбивать эту лужу. Надеюсь, понятно. Далее, из РДД-шера соленого кусаете в последний момент. Надеюсь, понятно. По крайней мере, человек первый раз. Если на тебя укусят, то есть, соответственно, укусят соленый, у тебя по истечении минуты пропадет стандартная панель скиллов, где у тебя скиллы стоят. И на единичке останется один скилл. Что тебе надо сделать? Тебе надо подойти к человеку, выделить его, то есть взять его в таргет. Подойти влизь, к примеру, как я подошел к ИТЮ, и нажать эту единичку. Главное, чтобы ты не спиной сжал, а лицом к нему. Соответственно, служ выбегаешь, как его, ну, служи разлил, далее у босса две фазы, соответственно, наземная и воздушная. Воздушная длится всего лишь 10 секунд. То есть перед воздушной фазой, перед тем, как она взлетает, она фиряет. То есть смотри, тебе, когда фир снимется с тебя, ты сразу же моментально, если в лужу ушел, сразу служ выходи. По тактике это все. По бафам проверили, соответственно, на пул, на мидвея. Отэшит у нас дымыч, отэшу я. Чек на готовность. Коня поменяйте. Коня я поменял, все готовы. Отсчет на пул. Готовимся. Так, 5 секунд. Сбежались. Тени, 5 секунд. Чучело он побежал. Блин, хилбот забыл включить, ладно. Пак 5 секунд. Бежались. Тени 5 секунд. Войд побежал. Пак 5 секунд. Щиток держи на себя. Бежались. Тени 5 секунд. Мамоедик побежал. Пак 5 секунд.
разбежались. Оперативнее сбегаемся. Шаманы, тотемы трепета. Дори, на себя антифир повесь, тени 4 секунды. Твинти побежала. Не забываем, на взлетной фазе. Рейндж. Рейндж набираем. Дал Сару. Ой, этот... жертву. Прохил рейда. Жесткий прохил рейда. Не слакаем с укусами. Укусы раздаем. Пак 5 секунд. Сбежали с тени 5 секунд. Клинит побежал. Рок один смерть. Че, Рок умер? Подымай. Да. Я не вижу, у меня хилбот вырублен. Сразу баф авару дали. Пак 3 секунды. Танк умер. Какой танк упал? Дигдимыч. А как танк-то упал? Тени. Маш побежала. Попал, удали бафы. О, три, так. Отлично. Можно падать? Да, можно падать. Ложимся. Задум, что там у тебя с обновлением? Сейчас скиллбот включится, будет нормально. Аро, как ты умер? От чего? Да. От чего ты умер? Не захил? Рому шотнули. А Войда не смогли выхилить, а Рому шотнули. Какого Войда? Войд к нему попадал и пару раз. Так Дымыча, как вы не смогли? Ой, танк... Дымыча уронили. Как вы не смогли Дык Дымыча прохилить? Как-то уронили. Ревностный. Но я Рока подумал в этот момент. Все. А Рока 3 секунды не хилили. У тебя не получилось. 3 секунды тупо урон получил. Ну, по рекаунту. Масс-рез дай. Не встаем. Дай только масс-рез поклинит. Лимон. Ну, по центру стоит. Поближе. Ближе подойди. Лимон, 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 по клиниту давай масс-рез. Чтоб достало до тех, да. Еще ближе, не бойся. Еще. Вот так. Все, пойдет, пойдет. Теперь буду наказывать. Теперь хоть видно, забыл хилбот. Чуть-чуть. С легкой раскидывайте хорки на всех. Так, рыбу сразу поставил. Так, Шреддер, поставь мне здесь КБ. Короче, включил фаталити, сейчас и смерти будут отслеживать. Причина тоже касается. КБ, Шреддер, поставь. ГБ. Гильбанк. А вот это что такое? Могущественный вихрь. Это оранж, который мы набрали. Она магией же фигарит или что? Магией крови. На, саппорт. Зачем? Саппорты здесь не работают. Да не скажу. Ну, серьезно. Чем резистится магия крови, скажите мне, гуру игры? Там саппроты на сейде выходят. Там урон от тьмы. Там урон от тьмы идет на взлетке, поэтому ауры тьмы, мастер ауры. Тут саппроты не нужны, это, ну, тупо просёк бабла, лучше оставь на гламан. Тахтанта. Могу на хп дать? Дать? Давай, на хп, да. Так, ну. Знаете, сразу две. Спасибо.
На броню надо тебе приплод? Нет, нет? У меня есть. У меня зельки есть на броню. По 2 минуты. Так. Пулбаф отдали. Рыбу поели. Рыбу я сам портал. Чек на готовность. Задумчик, как там у тебя? Да это прошлый край, вчерашний. А ты частицу на лимона повесил? Так. Чек еще раз на готовность. Лимон готов, нет? Все готовы. Отчет на пол. Пак, забери, забери. Я танчу, забери. Убежали. Да, блядь. Так, тени 2 секунды. Клинь побежал. Так, пароми сами даю. На пул на мидвей. Опять пак 5 секунд. Бежались. Бери еще подальше, чтобы не ловить прям же. Тени 4 секунды. Арок побежал. Ток на себе держится. Пак 2 секунды. Бежались. Тени 5 секунд. Вот шейпер побежал. Дариан, перед взлеткой на том будет антифир, дай, пожалуйста, чтобы он был не топ. Пак, 4 секунды. Убежались. Быстрее сбегаемся. Шаманы тотемы трепета поставили, тени. 5 секунд. Твинти побежала. Раньше. Лежу, набираем. Рейндж 10 между друг другом. Не стоим в толпе. Вторую сакру отдал. Что-то проседает рейд. Соленый пробежался по всех. Так, Чучелан, Бейр, Мангиала. Тени, 3 секунды, с пактом сбежались. Соленый побежал. Магу, дайте каску крепить, он без бафа стоит. Мангиал, ближе подойди, пак 5 секунд. Баф дайте, магу. Вот. Сбежали, тени 5 секунд. Мастерал побежал. Так, да. 50 есть. Бежали с пактом, тени 3 секунды. Пак, милли. Соленым побежал. Да, красота. Все, ложимся. Турбой свинст. Да, медведь, иди наверх, я тебе диван дам. Сейчас, блин, погоди. Что-то я пока плохо понимаю. Погоди, погоди только. Давай под самый конец, как она бить будет.
Надо выжить еще для начала. Да, если последним, тогда да. Стэтсон, смотри, кто последний будет. Лухим-то стоит. Давай. Отлично. Такое. Я пока не могу использовать. А кто к сложке дает? Тоже хотел спросить. Чё? Соленый, когда сложил мага, Соленый просто пробежался по всех. Бежался по рейду, в смысле? Не, да? Не по рейду, а именно по кругу. Он бежал при каждом, типа, ну, как при каждом РДДшником. Возле меня пробежался, возле мага пробежался, еще возле кого-то. А, пробежал в другую сторону. Ты имеешь в виду тучи разлил? Не, не тучи, а именно назад. Факт убегал. Соленый набирал рейндж, скорее всего. Нет, он тупо от них убегал. Соленый, когда босс взлетает, я же говорил, рейндж 10, набирай между друг другом, соответственно, набирают люди рейндж. Встал и стоишь без босса. А я что-то, у меня показывает, что дистанция 8 метров, где бы, ну вот я не встал. Это ДБМ. Это ДБМ. Вот так, ну набирай 8, если наберешь 8, в этой иконке не будет никакого ника, значит хорошо. Соответственно, комната большая. Набрать можно. Я так думаю. Ты ставишь портал локовский возле стенки? Зачем возле стенки? Можно взять не, максимальный рейндж. Смотри, у нас три лока, правильно? У нас три лока, значит должны стоять три портала у стенки. Почему у стенки? Чтобы у рейда было больше места. Соответственно, если на лока, у которого портал уже, допустим, залит лужей, то он, в принципе, может протонуться, поймать 6000 урона и выбежать из этой лужи. Вот я сейчас видел, по-моему, только два портала, если не ошибаюсь. Лока три. Кто далеко лежит, вставайте, бегите. Стой, Лео, можешь не вставать, часовец. Тоже резко. Че у меня мангиал синим горит? Я не пойму в поле. Нормально. Это забагалось просто. Может, у тебя укус забагался там после стены. Он у меня еще перед боссом синим горел. Рыбу кушаем. Ну что, Войт умер? Где Войт умер? Бежал, наверное. Че, в дырку провалился? У меня, если что, бой с Ланой закончился 10 секунд назад. Да, нормально, че. Тоже неплохо. Она его догнала и бежала. О, не отлагал. Так, турбой сенсите. Отлично. Сенсите уже. Войд, пушку смени. У тебя щит висит. Так и задумано. Ага, на взлетке красишь. Фулл баф, чек на готовность. Задержка 5000. Интересно. 5000? Что-то много. И третий можно рядом вот здесь вот поставить, допустим. Слева или справа. Сколько вас строят? Да сразу можно будете, сзади поставить. Сразу будете к стенке блинковаться. Вот этот портал справа, вот здесь вот чей, переставьте его вот сюда. Задумчик пока на заменке. Этот, как его? Сейчас, если кто-то будет косячить, соответственно, поменяю, ребят.
Чек на готовность. Винит шредер. По бафам посмотрели. Все готовы. Счет на пол. На пол, на мидвея. Пак 5 секунд. Сбежались. Быстрее сбегаемся. То есть ставь по центру. День 5 секунд. Сейчас, погоди, подлагиваю. Чтобы милики справа выносили, чтобы не было. Пробоис побежал. Расчетка наша не заливала. Пакт 5 секунд. Бежались. Оперативней. Тени 5 секунд. Шредер побежал. Пак 5 секунд. Сбежались. Тени 4 секунды. Клинит побежал. Пак 5 секунд. Бежались. Шаман это тема трипта. Тени 5 секунд. Чучулан побежал. Дори на Чучулана по этот антифир. Прохил рейда. Рейндж 10 набрали. Прохил рейда. Жесткий прохил. У тебя не получилось. Ложимся. 4 хила слабо. 4 хила не захилил. Ну тут Эрдру что-то очень слабо хилит. У них только по 9 кхп. Он без хилбота, как я понимаю, его сейчас посадили, хотя как без хилбота хилит. Как вы сакры отдаете? Я отдал вторую, когда увидел, что два человека с укусом просели на 10. Ну, на 10%. Вам сакра откатывается от одной взлетки до второй. А, там остается 15 секунд. Первая отдает мидвей. Я отдал сейчас вторую, когда увидел, что ты трое почти умирает. Короче, единственный способ убить этого босса, это либо захиливать больше пятым хилом все, либо как-то дефать рейд. Дефать рейд сакры на 20% не вариант, потому что этого не хватает. Если вы будете дефать... Войд, можешь спернуться в танк и этот мидвей просто до этого, потому что получается как, у тебя есть 4 куска, я насколько я видел. Это плюс еще один деф, кроме сакры. Ну а захилит хилы, не знаю. Вот это я не знаю, конечно. Варовская Т4, оно здесь рубит, конечно, если было бы два протовара вместо мидвея и пенденища, то вообще закрылась бы эта взлетка. Потому что там 12 секунд. Ну за протовары, да, здесь он... Ну то, что ты палом зайдешь, Слав, кто хилит? Смысл? Короче, сейчас не то. Про ваши сейчас. Сакры паладиновские, я говорю, единственный вариант попробовать, когда рейд больше всего урона получает, это вихрь. Прожать на вихре одновременно две сакры, они на 6 секунд. Они и вроде не стакаются, насколько я знаю. А, ну если не стакаются, то тогда ничего здесь делать. О, трэш лиснулся. Ну, полностью.
Да, на первом этаже. Так тут есть локи. Встаем. Валька согрелась. А, дальше пускай меня убьет. А, тебя тоже, да. Взял, согрел, угробил нас. Ну, вот, хотя бабки на ремонт. Ну вот, к примеру. Да ладно, лимон. Надо людям объяснять, что у них за класс в руках. Вот, к примеру, Бокрус на взлетке умер. Давай посмотрим детали смерти. Ну, у него две прожимки как минимум. Зеленка есть. И даже это. Ну вот, смотри, вихрь. Кровяная стрела 11 тысяч. Сумеречная стрела 12 тысяч. Че вы там, на Вальке сдохли? Че? Да. Да там она нарезала этих теней своих, они бегают, убивают всех. Ну поздыхали, че? Ну я в бою. А Вальки уже вышли из боя. Вот смотри, Бокрус, он, если бы он не сдох, нужно прожать незыблемость и зеленый панцирь вот этот. Это должно быть вынесено на панель. Бокрус, ты слышишь дискорд? Слышит. Сколько действует ложный выпад? Урок. 6, что ли? Ну там, в принципе, почти нету смысла его прожимать. Даже нет, перед взлеткой. Да, там не успели. Ну, ну блин, варыши, в совы, дубовая кожа. Можно себя хилить. Аккуратно, не загрите сейчас овальку. На ком бой, соответственно, топашимся. Друиды, дубовая кожа. Валькирисный. Не, ну если, я не знаю, если так желания не хватает, надо как-то себя хилить. Мы тут долго будем вайпаться, серьезно. Вы чё, ну давайте возьмём. Сейчас валим просто. Давай, сейчас обе Вали будут. Второй Вали, как это, надоели уже. Ладно, первый я сагрил, второй уже Бокрус. Ладно, пройдет полчаса, отойду пока. Ты чё, опух, что ли? Иди, полчаса. Эд, чё, встаём, что ли, получается? Все встаём, трэш лиснулся. Так уже давно сказали. А трэш это что такое? Валик, как Валик, братья. Трэш это прожимки. Не серьезно. Трэш это Валик? Давайте не будем убегать, если вы в бою, ребят. О, Дэк Дымыч полетел. Как? Нет, так? Я еще внизу. Но ты в бою? Нет. А на тебя летит. Ну пусть летит. Встаем, сейчас Валик убьем. Ой, меня маншот убили. А где вы их бьете? Нигде, мы внизу стоим. Сдохните все, кто там наверху. А я к сурку подтянулся. Тут нормально. Портал не работает. Кто-то в бою. Ну, бой снялся. Не пускает. Выйди с инста. Выйди с инста, Лимон. Стой. Шреддер, стой. Обратно пошел. Шреддер, сейчас Валик убивать будем. Куда ты побежал? Походу за Вальками. Сейчас, говорит, приведу. Он приведет. Вышел, что, мне тут ждать? Нет, заходи обратно. Должна отбагаться. О, тут рычаг какой-то был, и он исчез. О, вот появился этот, его нажать можно, да? Чё, ты не в бою? Этот рычаг, короче, когда его нажимаешь, лич сам падает. Джайна падает, я сейчас скажу. Всё, пошли бить. Первую вальку пошли. Я думал, кто-то поверит. А я тут за это, за ледяной этой игрушкой. Как помните в «Звёздных войнах» первой части? Квайгона убивал, вот этот Дарт Молот. Замолчи.
Он вот такой убил, короче. А убиван такой, нее. О, еще один. Шо. О, Лил. А, ну тут. Второй валька вышел. Вторая валька за тобой, я ж тебе говорил, полетела. Она в текстуру где-то лазит, походу. О, давайте квест сделаем, нормальный квест. Да, да. Вон валька летит сзади. О, валька, ничего себе. Лимон, цепляй вальку. Вот, по вальке играем, все по вальке. Эй, да это я уже допулил. Одного фернул. Приз, дай второго. Играем по вале. Вот трэш так для. Ломиться, а. Идвей. Играем по вальке. Дальше по черепу играйте. Черепу играйте дальше. О, блин. Хоть репа по фарме. По черепу. Мы сможем пройти, если почистим только правую пачку, чтобы левую не. Не знаю, сейчас будем пробовать. Давай попробуем правую почистить. Угу. Что-то забыл. Всем вниз? Да. За. Так. Вон за глиатор. Угу. Дрин, сковывание нежити. Доля, на аккуратненько, на. Да я ферну, луну ферну. Загри этот крест. Загри и этот. Фигарь туда вниз. Не были? Да, 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 да. Вниз. Все, 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 вниз не могу. Играем по черепу. Чуточки ж. Подожди. Да это. Да. Пошло. Ты тут вопросы заходит? Не знаю. Так, мимо. Мимо. Винься. Двигайся.
рыцарь крови убежал, вообще псих отагрился. Смотри, потому что мимо было, и вейт. По луне играем. Дальше по песку. Да-да, а когда трансфер делаешь, Войд, слышь? То есть этой чуханской седьмой катой, да? Да-да-да. Так же. По правой стороне аккуратненько, ребят. На самом деле там не так уж и долго кату поднимать. Долго. Пятую кату можно сделать, как только седьмую. Можно. Но дорого. Нет, если все квесты сделать и взять пробные поставки, я без донатов брал с 7 по 5 за один день. За 3. То есть с 7 по 6, извините. Череп играем. А с 7 я там за пару часов беру. Возьму ничего. Будет, у тебя шамана нет? По командиру играем. Не умеет играть шаман. Нет, я себе, я буду шаман. Не, просто у меня там бисовый шаман. Может, у него бомж какой есть? Мистер Гойд, не могли бы вы подарить мне шаман? Да ладно, жалко, что ли. Я ж его и буду хилить трахита. Тебе нужен аккаунт? Сыграть. Мне бы шаман. Так, тактика, не теряйте только. Тактику играем. Кто там пробегает? По правой стороне аккуратно. Командир. Как я его тактику бил? Кого? Мастеров. Я прогрел левый трэш. Я просто не вижу. Так, луну фернули. Играем по безметке. По луне играем. Вот он сам. Черепа. Слышь, Лимон, Катэ, посмотри, у Холика есть талант, то есть Холик может себе включать талант, но рассчитываешь это не 30 секунд, не минуту. А протопал может себе тогда качать талант? Или это в Холике нужно? Нет, это минуту висит. У него минуту висит. Два? Нормально. Минуту висит священный. Нормально. Значит, у Ретрика 30 секунд и у Холика в ПВЕ-спеке, да? Ну вот, да, вот, можно вот сделать вот билд, чтобы был, но там он будет более ПВП-шный. Вот, божественный страж. Видишь? Это, наверное, священный щит.
Так, сейчас тут еще трэш будет резнуться. Это обязательно талант для протокола. Дальше трэша нету, да. Сейчас он скоро треснется. Че, подождем, да? Как нафиг этот щит? Я вот по без него нельзя, хули палу. Вот я про протов спросила. Делай протов. Забываем два тактика. И огурцы, и берич. Почему багерные? Yes. У меня не были багерные всегда. Помнишь, я со мной Тринси вам еще про мак разговаривал на паладине? О, появились, появились. Так, по трэшу играем, оперативную, которая появляется. Быстрее заливай. Ждем следующий. Короче, вот такой макрос, если вот два раза нажать, на тебе останется только личный добав, от рейда не будешь выбирать для ПВП. Тут, кстати, помог бы паладин с таким макросом. Ветрикали. Играем. Еще три моба. Сейчас люк откроется и все упадут. Для этого люстра должна упасть сверху. По тактику. Смотри, как я чаржусь. Я также чаржусь, он оббегает просто. О, смотри сейчас. Текстуры. Осталось. Еще. Чуть так много тут, что ли? Четыре. Что? Последний. Ну, то есть где-то четыре было. Мы еще будем лестницу ждать, другую или нет? Нет. Все-таки шесть. Лестницу ждать не надо. Так. Рыбу ставлю. Ага, Дриан нидит зеленку. Давайте кикнем с рейда его из гильдии заодно. Плюс. Я вижу, Дриан. Я все вижу. Так. Ну чё, Войд? Будешь танчить? А кого ты хочешь? Себя в ДД, да? Угу. Ну... Это на ваш страх и риск, вы попробуйте захилить, давай посмотрим. Ну давай, попробуй, в чем проблема-то? Все равно у меня на 12 секунд, на 30% на весь рейд, офигенный баф. А кого я сейчас закинуть? Ребят, на кого повесить СС? Вешай. На Иртру, наверное. На Яка вешай силу. Линит от Яка. Соленый на Винси. О! Чё такое? Да, ты нужен. Для присутствия, для морали в рейде. В чём проблема? Яка, попрыгай. А, на клините. Клинит вешал. А, правильно? Отлично. Значит, силу вешай на Винси. Yeah.
Так. Чек на готовность. Секунду, Трис, не могу найти. Трис, прыгни. Ти-ти-ти, ну мне уже есть сейчас, не надо. Значит, на котяку. Второй друг. Значит, котяку поправил. Вон, я тебе специально печеньку накинул. Спасибо. Ёпа мама. Извиняюсь. Ну, ничего, нормально. В следующий раз вешай на это. Так, значит, будет Войд. По Войду, пожалуйста, этот, как на чек на готовность. Жесткий прохил. Еще Войд символ поставил? Все готовы. Отсчет на пол. Пак, 5 секунд. Бежались. Слакаем. Тень, 5 секунд. Опа, челик. Минус 2. И че, срыв? Срыв. Посмотри, 3 хила хили только. Это срыв агро. Это срыв агро, да. Мили атак. А ты этот, давай, с праведным неистовством, да, ретриком вы оборвался, как я понял. Да нет. Кажется, что-то летело. А, да. Ну вот все, пожалуйста. Просто ретрик не может срывать с протовара агро. О, да. При каких условиях? Не знаю, я на церкви срывал иногда. Да, нет, с меня бы не сорвал. Чё там, под эсэсами встаём? Не повезло. Под эсэсами встаём, масс лес. Это было... Так как так? Не понял. Да там ты не была рядом. Ну, значит, лайчдан, вставай, масс. Секунду, если ты не рядом. Нормально. А, вон орхидея. Давай, лес. Успею я добежать или не успею? Не знаю. Ля. У меня еще 3 минуты, когда я буду с девушкой. А че это за глюка, во? Хорошо, скину. Скину вой. Тоже хочу, чтобы у меня слаки показывали. Я причем раньше отключил его, но теперь ведь не пофиксил, видишь, не дают ему. Хотя, может, и дают, если часто умирать все будут. Это просто... Линкование в чат надо отключить и смотреть, если надо. Там же есть посмотреть, типа нажать. Поставьте локи шкаф. Вот он засмонит. Это что, спиннинг стайл, что ли? Или какой адамс? Не знаю. Может, кто-то записывает? У меня есть один нормальный OneRoll TV с этого, с циркуля, но он тут не пашет. Тыкаем. Я почти добежал. Еще пару шуб был. Спасибо. Ну, подсосы на засмотрим. Наверное, еще остановился. Я уже добежал. Давай тыкаем, тыкаем быстрее, пока не добежал. Сейчас он добежит. Лови, бро! Так, фулл баф даем, рыбу едим. Минута, а две. Про
прота дайте по барам. А какой прот? А не, есть прот. Почему тебя не любит нигде? Чек на готов. Что прота все так? Чек всех прота. Чуть не хватает, чё хп тут мало. Все готовы. Отчетно. Чё, не готовы? Блять, ладно, добавлю. Это было неразумное решение. Вот зря. Пак, 5 секунд. Сбежались. Как хан, хорошо сбежать, наверное. 5 секунд. Клинт побежал. Пак, 5 секунд. Бежались. Тени, 5 секунд. Призма. Пак, 5 секунд. Сбежались. Тени, 5 секунд. Клинит. Пак, 5 секунд. Сбежались. Быстрее, быстрее, быстрее все делаем. Шамана, тотем и трепета. Тени, 5 секунд. Дру и сова стоят не в рынке. Юка и архив. Стоите между вами, нет, получаете урон. Вам всем этим анонсить надо, или я ничего не понял. Сами не можете раньше написать? Уже бесите. Шредер, мастер аур. Че, проще захиливаться? Да вообще урон не много. Вообще дамага нет. Тут товары, тут класс. Конечно, набрали. Так, бежались. Тени, 5 секунд. Быстрее сбегаемся. Котяка побежал. Где я село не в ранже, нас рассосит. Турбоис, мама Эдик, невранжеры сосались, бегом. Пак, 5 секунд. Хил танков. Сбежали, стены, 5 секунд. Быстрее сбегаемся. Шамана прохил. Роме побежал. Ох, встань ко всем милитам, да, пожалуйста. Укусы не слакаем. Пинси, чувак, не вранже. Лео ГП. Ох ты шо. Сбежали с пактом. Бокрус побежал. Тотем и трепета. Сколько КД сака? 15 секунд. Про хил рейда. Лес. Начинаем представление. Итю, Маш БР. Ау. Почему вообще не прорубает? С пактом сбежались. Усы пораздавали. Силу побежала.
Что по Герри? Веру. Клинит юг, вы не в ранже. Тяк от Винс. Пак, 5 секунд. Сбежали с тени, 5 секунд. Быстрее сбегаемся. Бокрус побежал. Нужно было отдать зеленку и пробежать по существующему, чтобы не разливать вторую. Ты ее отдал на зеленку. Ладно. Пакт 5 секунд. Бежались. Раньше сразу набери. Орок, орхидея. Кто там? Бери ее на орхидею. Маша побежала. А? Ребят, почему мне надо было кусать-то? Я чуть не понял. Я с какой стати или должен был? Ты кто? Ну, значит, мы тебя повесили. Вот смотрите, я вам объясню. Мы все 25 человек в рейде должны скачать себе аддон, называется Recount. У меня он есть. И смотреть туда глазками. Там есть такой хант, ИДЮ называется. Вот у меня включен Вуду, я смотрю весь бой на плашке рейда. У вас укушено 16 человек. И почему-то на ханте, который четвертый по ДПС без укуса, нет укуса. Или у меня что-то багнулось? Ведь я умер с укусом. А, умер? Да. Ну, чтобы убить босса, нельзя падать. Я не понял одного, почему Роми вообще без ДПС? У него бурс вообще прослан. Что случилось, Роми? Посмотрим ДПС. Чешка, воля. Ты камни перебил, Роми? Вроде арпа нужно было убрать силу. Бокрус, это танк или ДД? Бокрус ДД. Я понял, что без укуса. Я смотрел от самого начала боя, говорю. Я про укус молчу. А почему он 6к ДПС дает? Может, забагался? Может, у него белые атаки не шли? Нет, Солёный. Атака ближняя видится. Причина. У ДК Фроста на первом месте должно быть уничтожение. Как сделать? Автоатака. Бля. Атака на первом месте. Но это не. Роме на 9-м 11-200. Ну, в принципе, это 11 плюс уже неплохо. Был бы укус, было бы 16. Если падать, не хватит ДПС. На нас сейчас тоже да. Что-то не хватило. Фредер, хочешь, чтоб я тебя поменял? Без проблем. Макс. Ходи.